Приветствую, друзья! И в этом видео я расскажу вам, сколько сейчас стоит месяц проживания в Таиланде. Мне часто задают этот вопрос в письмах. Вот на данный момент, на январь 2016 года, эта цифра очень простая. Она равна на двоих тысячи долларов. То есть на человека нужно 500 долларов в месяц. То есть в эту сумму входит аренда жилья, виза, аренда мотобайка и полноценное сыроедное питание, ну еще всякие мелкие расходы, то есть без излишеств. Вот это такой добротный, в принципе, базовый пакет, вот такая вот у него сейчас стоимость. То есть в рублях сейчас считать неблагодарно, но по курсу по сегодняшнему это примерно 75 тысяч рублей. То есть это цены именно острова Самуи. Здесь все-таки все подороже примерно процентов на 25. А на материке там можно жить дешевле, в том числе в Паттайе, в Чангмае еще дешевле. Дом там можно снимать за 6 500 бат. Мы снимали двухэтажный дом хороший, потому что Чангмай без моря и находится далеко. Здесь же все чутка подороже. Вот такая вот информация по ценам на проживание. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И до нового интересного видео. Счастливо!